Сегодня мы расскажем вам о том, где лучше всего хранить криптовалюту Decred. Decred – одна из первых криптовалют, ориентированная на конфиденциальность и анонимность платежей. Decred использует механизм достижения консенсуса на двух алгоритмах Proof of Work и Proof of Stake и уникальную систему распределенного голосования, что позволяет активу удерживать свою позицию на рынке и конкурировать с топовыми криптовалютами. Созданием криптосети занималась группа разработчиков, которые до этого работали над альтернативным софтом для биткоин. По словам Джейка Йокома Паэта, разработчика ПО и гендиректора Company Zero, компании, которая занималась разработкой Decred, отказаться от биткоин их группу заставили несколько критических недостатков экосистемы. Одной из проблем первой криптовалюты Джейк назвал опасную зависимость от майнеров и возможное сосредоточие критичного процента вычислительных мощностей в одних руках. Многие задают вполне закономерный вопрос, где купить криптовалюту Decred? Поскольку Decred входит в топ-30 криптовалют по рыночной капитализации, сейчас нет проблем с покупкой DCR на криптобиржах. OKX, Binance, Huobi, Poloniex, Bittrex легко позволяют это сделать. Но что делать, если хочется зайти в Decred на долгосрок и не использовать криптобиржу для хранения криптовалюты? На помощь приходят кошельки, о которых мы сегодня с вами и поговорим. На официальном русифицированном сайте криптовалюты decred.org можно загрузить кошелек прямо с главной страницы. Кроме того, существует веб-кошелек, доступный онлайн по адресу. Для его использования не нужно скачивать и устанавливать приложение. Кошелек с командной строкой DCR Wallet – инструмент для более продвинутых пользователей, позволяющий участвовать в системе консенсуса Proof of Work и Proof of Stake и Proof of Stake майнинга. Давайте рассмотрим топ-5 кошельков для Decred. Decredition. Decredition – это официальный десктопный кошелек для хранения Decred, который можно установить на все популярные операционные системы – Windows, Mac OS и Linux. Стоит помнить, что кошелек Decredition загружает весь блокчейн Decred, что потребляет немалое дисковое пространство. Если вы хотите максимально обезопасить свои активы, настоятельно рекомендуем именно Decredition. Decred Web Wallet. Это веб-кошелек, разработанный компанией CoPay и ориентированный на тех пользователей, которые хотят быстро отправлять и получать криптовалюту Decred. Кошелек прославился среди новичков благодаря простому пользовательскому интерфейсу. Мы рекомендуем его для хранения небольших сумм. Ledger Nano S. Если вы серьезно относитесь к безопасности своих Decred, то на сегодняшний день нет лучше кошелька, чем Ledger Nano S. Это старейший аппаратный кошелек, поддерживающий огромное количество криптовалют, является идеальным решением для тех, кто хочет хранить криптоактивы в одном месте. Coinomi. Coinomi – популярный кроссплатформенный кошелек для хранения свыше 500 криптовалют, включая Decred. Кошелек мультиязычный, имеет простой интерфейс, автоматически определяет оптимальный размер комиссии на платежи и, самое главное, использует уникальную систему шифрования для придания максимальной конфиденциальности пользователей. Coinomi доступен как для iOS и Android, так и для Windows, Mac и Linux. Kobo Wallet. Kobo Wallet – это китайская блокчейн-компания, предоставляющая услуги криптокошельков. Kobo Wallet – достойная альтернатива Coinomi и лучшее решение для пользователей, которые хотят зарабатывать Decred. На этом у нас все. Не забывайте подписываться на наш канал и пишите в комментариях, какой кошелек для хранения криптовалюты Decred используете вы.